Денек чудесный, пришли мы все, чтоб тебя поздравить. Что? Это займет всего пару часов. Я скоро вернусь. У нас хранится важная информация, которая не должна попасть к немцам. Ты не руководитель, любимый. Ты секретарь. Сожгите. Хаслунд, да. Это из Министерства финансов. Звонит сам министр. Мы эвакуируемся. Я понял. Держим строй. Надеюсь, задача ясна? Нам нужно достать грузовики. Да. Эй! Я не угонщик. Вы не так поняли. Я из Центрального банка. Нам нужен транспорт. И что за груз? Это весь золотой резерв. Если немцы узнают, что ты руководишь транспортировкой, за тобой будут охотиться. Скорее! Выносите! Что насчет твоего задания? Боюсь, у меня нет выбора. А, свет. Фредерик Хаслунд, майор Бьёрн Сунде, командир военного эскорта. Найдите, куда погрузить золото. Что это? Так и будешь там сидеть или поможешь мне? Сбросить бомбы! Еще раз! Не вставать! Золотой конвой. Знаете, говорят, война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным.